Не хватает контента по армии 3? Заглядывайте на канал Типок СГ. Там ролики с Тушиной и другие тактические игры в составе отделения. В общем, зацените, подписывайтесь и помогите добрать ему 1000 подписчиков на канале. Ссылку оставлю в описании и в первом закрепленном комментарии под видео. Там смотри, сколько дымов справа. Там стопудово враги сидят, тусуются. Нам, походу. Блядь, это лежит на 110 на горе. Он в виноточку поступил. 110? Арина, или кто-нибудь из отделения на скатах павук. А через ВП-2 на рыжую метку, вот куда там все написано, то же самое. Так, я пока лёг отдыхаю, сильно устал. Вроде МКСР должно ей заняться. Ты не ранен, нормально? Кто-нибудь передайте из отделения, плохо его слышу. Возле синего контейнера, Лёв. Метку поставил. Я. Убил там врага. Арина, проверка связи. А что ты говоришь? Враг в этой зеленке, короче, где дымы были, понял? 100% там еще есть. Можем убить пойти просто их. Так, проверяю эту гору. Тут свой в доме идущий. Дарь, я смешаю свой. Минус СВДшник. Давай на гору. На мой выстрел, где я стрелял только что. Кинул Грену просто так. Так, это ГРУ, у них еще один точно есть. Тоже открытый, что надо ускорить. Кто-то пробежал вперед. Где? Азимут. Враг. Азимут. 340 идет слева направо. Далеко от нас? Нет, 100 метров. Очень быстро бежал. Но они пушат сейчас вот эту он стройку. К зданию, что ли, этому? Не знаю, куда они бежат. Наверх. Кстати, стройка захвачена, флаг вражеский на ней. Кажется. Да-да-да, вражеский флаг на стройке, там вообще все враги. Я сейчас это здание займу справа. Я смотрюсь. Тихо, стой. Сорян. Тут у тебя под тобой враги просто ходили, прям вот только что. Сейчас сюда еще мой тиммейт подойдет. Но кроме него тут еще враги прям под тобой. Я тебя ранил? Дрон, тут наверху на этом здании свой союзник.
Я тут немножко ранился. Иду к тебе. Ты по ступенькам. Слушай, а слышно было, как я к тебе поднимаюсь? Звук шагов. Ну, он под нами враг. Дрон живой? Все, убили его. Прям под нами, короче. Я спущусь на этаж ниже тебя, тогда оставайся тут. А слышишь, стреляет? Это враг, противник.
Тихо. Живой? Ну, я думаю, ненадолго. Актер. Ладно, сдвигаемся. Кто-то в упор там спецназ. Пожалуйста, не только стрикеры, а вся техника. Нет, актер все, скорее всего, минус. Ну мы на этой же частоте, на котором надо приходить-то. Я перешел на вторую. СПМ противника у СР. Метка на бронетехнику актуальна. Принял. Блин, у меня союзник рядом, оказывается, был. Спастик, как же ты выскочил. Иди, на меня? У нас рядом пехота вражеская. Я рассчитал. Блять, врага вижу. Капец. Нет. Поле. Берч? Нет. Убил его. Нет, не убил, он желтенький домик забежал, СВДшник. Красная крыша желтая такой, с головами кантовками. На южную часть тренера дают. Нет, зеленая крыша. Помещайте поближе к первому, если кто-то на крайних у нас сидит. Сейчас будет, скорее всего, заход в этот предел. Дерри, идущий ты где? А, поставил меточку синюю, у нас на пути противник оказался. Пытаюсь сместиться к вам. Принято. Юкай, что с вами случилось там? Что с группой СПН случилось? Принято.
вижу противника. 160, 50 метров передо мной с РПГ-7. Убью его, пойду. Убил. Может, еще севернее возьмем? Он прям стреляет. 170, я бы сказал. Да, там много камней. 180. 180. Я север. Азимут 160 за камнем, который входит на чистое поле. Тут копчик урод. Между деревьями. 50 метров. Убить не могу. Потерял его, он за камень заполз. Ярче перевязывай! Сейчас мы тебя подлатаем. Меня слышно? Ярче... Деревце хорошее. А, просто остановка сердца. Да, щитил. Снимай с него броню быстрее. Алё, алё! Всё, я его... Во-во-во-во. Остановка сердца! Да всё, всё, окей. Ты жив. Так, у тебя сильная боль, сейчас мы тебе... Это враг, важно. Подарим. Стабилизируешь этого? Немного морфина. Есть, есть, есть. Я тут, я жив. На 160 убили, типа? Да, убили. Видимо, нет. Погоди, убили его за камнем. За камнем, да. СКС. Так, а где у меня... Убили за СКС. Ага. Меня Грена зацепила. Да, я не могу ходить, у меня стамина 0. Ярче, ты видишь его? А, да, немножко вы не. Машина зашита. А, ну, а, тебя защитить не могу, да? Вентерменик нас сейчас хрен найдет. Пойдет, дальше. Все назад? Все, я устал. Не, такому медику нужно выйти или штурмовать и убивать. У меня блядь, снова кровь пошла, защитить. Сука. База это бункеры на 120. Да, там типа... Кот сел. Ты туда поедешь? Слышь? Я пойду. Я как метки покажу. Что-то пешком пойдем? Что-то. Да, давай, выходим. Спасибо. Давай, удачи, спасибо. На моих гранатах противник вытер.
Выбивать нечего, это вражеский танк и поставил. Так, мы рядом с этим Рэнс мостом все. Кто со мной шел? А, понял, где вы. Танк вражеский, я правильно понял? Да, да, танк вражеский, если нечего убивать. Пока это может притормозить или отличие. Одного. С большим рюкзаком он? Да, да. Все, это он, это он. Полосатый с большим рюкзаком. Забить его пойдешь? Нахер, нахер. Полграута кинуть туда. Давай, кидай, только узди за укрытие. Восток прям сильно работает сюда. Надо еще западнее идти, только там сможем перейти. Здесь не хер перейдем. Грек живой? Да-да-да. Кажется, в тылу вижу. А, 200 азимут. Я сижу. Справа от дороги пару метров. Да-да-да, враг ходит. Подстрелил его. Он 300. Поможете? Кто-то поможете туда со мной? Да, мы идем. Я с тобой иду. Прибегает РБСН. Там взорвался. Это по нашим, по нашим. Да, да, враг да, работает. Вижу. Ну, вроде бы, но не попали. Убил. Тут еще там есть. Что-то на первом, сейчас у тебя очередь. Нет, очередь не моя. Противник там, где мы были, на той высотке. Блядь, миномет прям по нам. Уходим, уходим нахер его туда, Айдару. Живой? Вот он бьет туда, где я видел врагов. Река, ты в блокпосту в том, да? Я уже спасился. И там было чисто, да? Да-да. Я сейчас справа от тебя, враг, сразу со стенки. Серьезно? Пошел, стреляет, попал. Как насчет заражения? Убил его.
Че, в этом бункере враг на востоке? Жал, кто-то забежал, там стрельба была. А вот куда-то ты кинул. С севера это кто идет? Враг вроде бы. С севера враги только, наверное, скорее всего. Скажи, скажи Азиму точно. В бункер зашел. Да, на КВ триггера никого нет. Я не знаю, где этот дрон. По мне работает? Побежал. По мне стреляли сейчас. Сейчас по мне летел. Можете сказать, где имеется враг и триггер? Восточная и северная часть. В окопе есть сейчас кто-то? Противник, это противник. Я. Это ты в бункере, да? В бункере. Точно. Я стрелял враг. В бункере я по мне стрелял. Нет, на севере бункер свои, еще севернее тоже свои. Рядом там 113. Дрончик жив, да? Да, я. За самолетом вражеский кого ходит? Понял, там много кто ходил. Убил. Так, вижу, с севера к нам подходит пехота, 200 метров от нас. Кто-то есть на севере из наших еще? А вон на М2 есть. Одиночная метка Шайтан, там вот идет пехота к нам с севера. Забежал, сволочь, в бункер. Свои! Тихо! На КВ триггера выходи! Да что ты... А, это был противник? Ё-моё, блин. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.